вместе с Алисой. Ничего нового, всем привет, ребята. Будем распаковывать гигантское мыло, только не обычное мыло. А денежное мыло, ребята, это шок-контент, потому что сегодня очередная распаковка денежная. И я уже вижу вот это на столе. Алина, давай его подвинем, мы его даже не поднимем. Одно мыло стоило 7000 рублей. Сколько оно весит, ребят? Ну, мне кажется, такое мыло не меньше 5. Мне кажется, больше, чем пяти. Мой рюкзак. Ты его поднимешь? Вы слышали по звуку, что это жесть, ребят. И посмотрите, здесь еще, а это что, Алин? А это какой-то, наверное, подарок. А где вы заказали это мыло? На Авито. На Авито? Да, одно мыло стоило, штучка 7000, так, я в шоке. Давайте распакуем, что это за подарок от продавца, комплимент? Вдруг там деньги? А вдруг мыло? А там, походу, мыло, да? А ну давай. Это вам подарок такой? Ой, котик. Классный. А вдруг там тоже денежный котик? Нет, вроде. Нет? Короче, ребята, вот. Это классно. Шок. Посмотрите, во-первых, какое оно по размеру и какое красивое. Здесь написано гигантское денежное мыло. Твоя удача в твоих руках, Алин. Какие там купюры? Соточка, да? Соточка, пятьсоточка, тысячка. И даже 5000. Ну, впрочем, как обычно во всем, Алин, денежном. И мне очень интересно, как мы будем мылиться. Вот так. Или это может мы сейчас быть узнаем. Вот так. Главное, что здесь денежки. Мылиться это уже как бы мелочи. Потом определимся. Ой. Давай открывать это мыло. Давай. А сейчас я хочу передать привет моим самым активным подписчикам. Спасибо, что вы смотрите меня, лайкаете и пишете просто кучу отличных комментариев. Я это все очень ценю и вас люблю. А если именно ты хочешь попасть в мой новый ролик, то обязательно пиши как можно больше комментариев под этим видео. Давай, Алиса, вот это вот мы отложим. Давай распакуем гиганта. Да. Упаковка очень прикольная, жалко ее даже портить, но нам интересно наполнить. Ой, тяжело. Так, оно прям Ой, золотое. Видно капсулки. Да, видно капсулы, такое золотистое с зеленым оттенком. Давай я его подниму, Алин. Опа. Посмотрите, какое с этой стороны. Мне кажется, прикольно. Оно как будто бы в каком-то и запах, запах какого-то кокоса, мне кажется. Да, 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 да. Да. Ой, не Куся пришла. Ты хочешь гигантское мыло понюхать? Да. Держи. Пахнет? А-а-а. Чем пахнет? А-а-а. Ананасом. Ника сказала ананасом, мы думаем кокосом. Короче, Алин, у меня идея. Нас с тобой двое, мыло три. Давай его просто вот так распилим напополам. И посмотрим, кто Нож в каком куске найдет больше денег. Да. Алиса, мне уже не терпится это сделать. Аккуратно. Аккуратно. Так, мне слушайте, кажется... а вдруг я там резану деньги? Ой, да, капсула. Капсулка. Страшно, очень страшно. Так, ножик убираем. Алина, у меня это получилось. Какая тебе сторона? Вот это. Держи, так давай. Полегче. Упаковку мы, или давай на упаковке это будем делать. Она как раз. Будто бы резиновая. У меня три капсулы, я, кажется, вижу. А дальше ты знаешь, как распаковывать? Бери такой нож. Давай. И видите, ребят, я уже как опытный открыватель нахожу здесь слой. Ты видела, так, как распаковывают вот маленькое денежное мыло? Короче, там должен быть слой. И нам нужно разделить на две части как-то этот кусок. О, у меня, кажется, получается, смотри. У меня тоже уже получилось. Да? Не так! Ой. Алина, не так! Фух. О, я, по-моему, тоже нашла, как резать. Тут, видишь, ты, наверное, не смотрела распаковки, нужно было подготовиться. Короче, мыло на две половинки может само поделиться, если ты его правильно разрежешь. Оно двухслойное. И между этими слоями о, есть смотрите. Деньги. Как чупа-чупс какой-то. Я уже, кажется, ребят, открываю прям слой. Так. Сейчас посмотрим. Он прям сам о! Начинает расходиться, ну, слушайте. У меня тоже. Да? Вот, смотрите. Я его сейчас руками. У меня уже расходится слой. У меня да тоже. Нет, ты не отрежешь, давай со всех сторон. И теперь это все проделываем со всех краев. Так, Алиса. Ой, я уже раскрываю. А я еще нет. Вот, вот. Алина первая добралась. У меня вообще, подождите. Ой, у меня 4 капсулки. Ну, ты можешь пока как открывать гладенько. Свои капсулы. А я еще чуть-чуть. Никуся, иди сюда. Что? Смотри, как гладенько, потрогай пальчик. Это мыло мы потом Никусе подарим. Давай. Пальчиком. Все, короче, я тоже пробую открывать. Смотри, тебе нравится вот такой котенок? Да. Никусе понравился.
все утащила. У меня, как всегда, что-то пошло не так. У Алины так ровно. Да что ж такое? Я уже все в этом мыле. Алина, ты силач, что ли? Да. Я в шоке. О, у меня тут, походу, 500. Алиса. У тебя 500. А, мне не до этого еще. Сейчас. Ух, я это сделала. Ребят, посмотрите, какой я силач. Я просто погнула это мыло, это я сама. Вот, Алиса, смотри, у меня 500. Так, вот. Я, конечно, не уверена и не хочу хвастаться, но у меня, походу, тут шок купюра. Сейчас вы будете... А, нет, это сотка. Расходимся. Почему мне всегда кажется, что она, вот видите, как будто розовая? Мне всегда 1000 кажется, 5000-ная. А это всего лишь соточка. Ну, ничего. Так, я сейчас вырежу. Ой, как крепко. Все надежненько. Фух, давайте возьмем эту капсулу. Вот смотрите, ничего не понятно. Вы наверняка не знаете, что там за купюра. Поэтому вместе сейчас узнаем. Тем более она вся в мыле. О, я ее достала. А я нет. Походу там не сотка, походу там не сотка. Да, у меня 500. Ух ты, круто. 500 рублей было во второй. Ой, а у тебя там что, Алин? 100% сотка. Сотка, да? Да. А ну-ка, помоги открыть, пожалуйста. Давай, держи. Вот тут как будто бы. Смотри свою купюру. Ну что там у тебя, Алина? Так, у меня 5000. Это же 5000! У меня последняя капсула. Ложи свою сотку. Соточка. А у меня последней было 500. И, по-моему, это все, ребят. Я не уверена. Я, короче, нашла 1100 рублей в своей половине мыла. Надеюсь, в следующий раз мне повезет больше. Ой, Алиса, помогай. Что там? Давай. Ой. Опа. Так. Мне нужно проверить, вдруг у меня еще есть. Знаете, как я проверяю? Вот так. Просто истыкать все мыло ножом, потому что там могут быть еще сверху капсулы. Так, вот, 500 рублей. Никуся, помогай. Смотри в камеру. Смотри. Мы этого не видели. Ника, как тебе шок-контент? Хороший. Хороший. Я Никусе подарю мыло денежное, она же любит мыться. Можно год мыть руки. Все, унесу. Ворона. Я подарила. Сорока. Она не просила, я сама подарила. Что там у тебя, Алина? У меня 500. Так, ну что, как, сколько у тебя? Ой, у нас поровну 1200, а у меня 1100. Ладно, на сотку Алина побеждает. Что, Никуся? Вот, ставьте еще на меня тенти, дальше... Ты тоже хочешь на это в челлендже? Да, ребят, такой же. Короче, у нас предложение. Если вы наберете на этом видео 10 тысяч лайков, следующий ролик будет еще и с Никусей вместе. Поэтому ставьте лайк, если хотите видеть Никусю на канале. Да, Ника? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Еще не пока. Так, убираем это мыло. И идем второй кусок паковать. Ну что, Алина, готова открывать второй кусок? Да. Давай его опять резанем и посмотрим. Так, вижу капсулы, вижу. Та-дам! Это туда. Давай, сейчас я... Ой, ребят, этот кусок такой блестящий, гладкий. Он у меня прямо из рук выпадает, смотрите, он прям скользит. Ой. Ника, смотри. Классное мыло? Да. Ты одобряешь? Короче, давайте его резать, Никуся, сейчас отходи, потому что тут шок-контент. Когда у меня нож, это опасно. Это мои волосы. Надеюсь, не продавца. Так, сейчас мы его разрежем. Алина, держи. Давай. Посмотрите, у меня капсула осталась, еще немного ее бы резанули. Там даже немного дырка в капсуле. Я не хотела. И давай теперь открывать половины свои. Тут как-то сложно, не вижу половину. Сейчас весь стол будет мыльный. Да мы уже все в мыле. Алиса, вот у меня тоже эти мылья. Никуся, тут опасный момент. Вот у меня тоже эти мылья. Угу. У всех есть мыло. Тут на год, на 5 лет у всех есть мыло теперь. Когда Нике 5 лет исполнится, тогда оно закончится. Нет, и то не закончится. Короче, режем. Ребята, у меня тут шок контент. Я, кажется, 5000 нашла и чуть их не распилила. Вы посмотрите на это. А я никак не могу. А как их достать?
Как достать теперь 5000? Это ужас какой-то. Так, ребята, посмотрите. Ты открыла наконец-то? А я тут пытаюсь свою пятерку достать. Ребят, я надеюсь, я ее просто нормально, я не порезала ее. Что там у тебя? Какая-то другая. Покажи. Смотри. Ой, слушай, как от киндера. От киндера. Реально, такое я еще не видела вообще в денежном. Так, короче, я так боюсь, я походу пятерку порезала. Не знаю. Я тоже походу. Порезала? Ой. Как ее теперь оттуда вскрыть? Как же резануть мне ее, чтобы достать? Все, я достала пятерку, смотрите, ребят. А вот, на самом деле это вот, сотка. Посмотрите, нет, это 5000. Надеюсь, они целые. Пожалуйста, пожалуйста. Так, там мыло попало. Ребят, хоть бы они были целые. Ребята, ребята, ребята! Что там? Да, ребята, я ничего не порезала. Поздравьте меня, 5000. Я пока побеждаю. Это настоящие 5000 рублей. Я очень переживала, что я резану. У меня 100 рублей целых. Никуся тебе помогать пришла. Что нам надо поднять ваше челленджи? Челленджи что делать? Будешь да. смотреть. Вот тебе мыло, Никуся. Еще одно. Еще? Да. Это радость. Ребенок счастлив. Алиса очень нам, рада. Нам денежки, а Никусе мыло. Так, я достаю новую купюру. Смотрите, как я мастерски научилась. Раз, ее так со всех сторон просто. Ниппон, у тебя там тоже крупная купюра? У меня, походу, тоже 5000. Смотрю, что у тебя. Алиса. Никусь, тебе еще мыло. Все, Алиса, я тебя выигрываю. Так, я бы так не загадывала, потому что я уже добралась до второй капсулы. 5000. И нашла соточку. Ну ладно, хорошо. Сотка тоже неплохо, а это значит, что мы сравнялись, потому что у тебя 5-6-6-300, и у меня 5-6... Чего еще? А у меня 6-200. Так, Никусь, вот это мыло тебе. Чем пахнет? Конфетка какой-то. Хорошо, вот тебе еще мыло. Ой, подожди, там капсул нету? Нету, держим. А вот это есть. Это оставляй. А вот у меня нету, у меня только две. Мы Нике все мыло подарим. Так, а где капсулы еще? Вот. А тут есть? А, вот капсула, прикиньте. Пробую отрезать, так тоже. По такому способу. Алина, спасибо, что подсказала. А то бы я этот кусок Нике подарила, и все. А Ника бы была... Потом а там же бы 5000 было. Потом же уже не заберешь у ребенка деньги. Мне да, Ника? Мне капсулу. Да. Вот тебе еще мыло. Да. Да. Ника все мыло. Ника просто обожает мыть руки, поэтому я дарю ей мыло, кто не понял. У нас вся ванна просто мыльная. Да. Приходит с улицы. Мама, у меня что-то руки грязные, надо помыть. Ну это же хорошо. Так, я достала капсулу и нашла, знаете, что я там нашла? Сотку. Сотку! О, теперь мы сравнялись. Да, мы сравнялись, у меня больше нет капсул. У тебя тоже нет? Нет. Проверь ножом. Короче, у нас теперь у обеих 6300. У тебя тоже 6300? Да. Нет, у тебя уже 6700. Попусти меня понюхать мыло. Никуся, вот тебе еще. Смотри, будут у тебя как очки. Дырочки. Давай я тебя вырежу. Давай. Вот очки, Никуся. Иди забирай. Что у тебя на лбу, Алина? А что? Кусок мыла. Ой. Ника, покажи с камеру. Никуся, вот тебе еще одно мыло. И вот квадратики. Квадратики. Ника будет продавать мыло. Ну что, у нас остался последний кусок, Алин, давай его подавай. Сразу его резанем. Давай кусок этот. Гигантское денежное мыло. На секундочку, распаковываем его. Так, 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 так. Ну-ка. Точно такое же мыло.
Только там пигмента как будто бы больше. Да, возможно, тут и больше. Какой гладкий. Так, ну что, давайте его резать. Не куся, Алина, убирай руки. Что, Никусь? Хорошо, спасибо. Все, можно ломать. Какой так, кусок? На этот раз тут я бы не взяла вот этот. Держи. Давай. А я возьму вот этот. Так. Как Ой, бы постараться? Смотрите, у меня уже капсула выглядывает. Там у меня пока ничего не выглядывает. Подари Никусе мыло. Вот. Ассистент. Ника так радуется мылу. Так, ребята, у меня капсулка открылась. Смотри. Ты там уже открываешь. Соточка. Поздравляю тебя с соточкой. Сотка. Спасибо. А я еще ничего не открыла. Ника пришла за новой партией мыла, да? Да. Сейчас подожди. Да. Не удержалась? Хочешь еще мыло? Да. Но я постараюсь его раскрыть. Ты видишь, какое это гигантское мыло? Да. Оно очень большое и тяжелое. Приходи через минутку. Алин, как там у тебя процесс пошел? О, все. Так, я сейчас тоже его... О, ребята! О, фух. У меня 5000. Эй, где твои 5000? Вот. Нету? Не верьте, ребят, ничего там нету. Верьте. А у меня там что? Неправда. У меня сотки, что ли? Походу, сотки. Ну, это не точно. Так, что, Никусь, мыло хочешь? Сейчас, одну минутку, подожди. Вот. Сейчас у Алины капсулу вот украдем и мыло тебе подарим. У меня сотка. А у меня 5000. Вот, ребята, реально. Вот. Да. Вот 5000. Алиса, вот. Поздравляю, ладно, верю. Алина побеждает. У меня уже 10 тысяч. А у меня одни сотки, правильно, Ника. Держи тебе новую партию мыла. Так. Смотрите, как ребенок счастливый мылу. Так, короче. Никуся, сейчас я тебе еще принесу. Так, у меня, знаете что? Сотка. Опять сотка. Я так и думала, что у меня одни сотки. Ну почему так мне не везет? Сотка. У меня тоже сотка. Вот соточка. Так, последняя вот капсула, кажется, у меня. Так. 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 По-моему, там тоже сотка. Вот. Соточка. Да, там сотка, ребят. Там сотка. Никусь, но у меня для тебя есть хорошая новость, потому что у меня еще для тебя неожиданный подарок. Еще? Да. Да, я добился. Ты из-за этого и пришла? Да, Вася не удержалась. Ника не удержалась. И еще 100 рублей. 100 рублей. Девочки, 100 рублей. Есть еще? Давай сделаем пересчет, Алина. Пересчет мыла? Ника, ассистент, вам новое мыло. Ассистент. Вот, смотрите. Вот. Одно мыло и даже два мыла. Так, Алин, давай пересчитаем наш улов. Шесть 600, ребят. Двенадцать тысяч у нее. 12 500. Опять Оленина победила. Хорошо, что я не предложила, кто выиграет, тот заберет приз. Вы не заметили? Мне в последнее время что-то не везет. А я так не предлагала. Все, Оленина. Никусь, она у меня деньги забирает. Правильно, Ника, давай. Спасибо. Ника, она опять деньги украла. Смотри, у нее 5000. Ника сейчас все деньги... Ой, спасибо, Никуся, какая ты хорошая. Спасибо. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вас очень сильно любим. Ой, Никуся, даже сердечко. Ребят, набираем 10 тысяч лайков, и новое видео будет с Никусей, да? Да. Ты придешь на канал? Да. Поэтому, ребят, набираем лайки. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Пока-пока.